Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Филипп Киркоров и Жасмин исполнили на концерте песню «Любовь», которую Николай Басков и София Ротару планировали сделать второй «Лавандой», пользующейся большой популярностью. О скандале с участием звезд российского шоу-бизнеса рассказал композитор Анатолий Зубков. Произошло недоразумение, ставшее причиной ссоры между артистами. Дело в том, что Анатолий Зубков позволил исполнять трек Киркорову и Жасмин, а его соавтор договорился с Ротару и Басковым. В итоге хуторянка и золотой голос российской эстрады готовились удивить публику подарком в виде композиции «Любовь». Однако не сделали этого, поскольку их опередили Киркоров и Жасмин. Когда Басков услышал слова песни в исполнении конкурентов, он пришел в бешенство. Несколько лет артист не общался с композитором, но потом стороны конфликта наладили отношения. Таким образом, сделать вторую «Лаванду» из новой песни не удалось. Кроме того, Зубков заявил, что попасть в шоу-бизнес ему помогла Алла Пугачева. Примадонна способствовала продвижению многих талантливых начинающих артистов. Речь идет не только о Киркорове и Максиме Галкине, но и Мурате Насырове, который прославился благодаря ее поддержке на начальном этапе, а также других певцах.